Западная сторона Пушкина. Здесь сгоревший дом. А рынок сзади меня вот здесь вот снесли. Пару лет назад сносятся дома. И вместе сливаются на многоэтажке. Здесь свежий хлеб. Очень дорогой продают. Коровая своя. Говорят, что тендер на строительство таких лотков, таких палаток выиграла какая-то похоронная компания. А здесь проходит ветка тупиковая железнодорожная. Раньше их было запрещено показывать на картах. Дома деревянные, такие бараки, потом их снесли и построили высокие. Люди ездят на велосипедах, даже площадки здесь есть. Бомжи ковыряются в помойках. Есть Сбербанк. Это улица Нижняя. Надо ехать. Роддома. Замедленно. И дальше находится магазин стройинструментов. И прочих расходных материалов здесь. Медленно говорю, потому что немножко тяжело. Переменная важность. Здесь, кстати, есть уже случаи коронавируса. Дороги здесь на западной стороне заасфальтированы. Потом начинаются дачные сенты всякие. Лесопарк Северный. Здесь находится дом-интернат для детей с особенностями, скажем так, развития. Две семьи рядом с друг другом, дома стенка в стенку, такие спаренные. Сейчас это называется блокированная застройка. Ну, вот, например, такой домик. Забор между ними, то есть слева одна семья, справа другая семья. Это затрудняет, конечно, потом продажу, реконструкцию, все такое прочее. Вот, ну часто эти дома давали всяким железнодорожникам. Мой дедушка вел первую электричку на Ярославской дороге железной. Здесь автомойка находится. 24 часа работает. Сейчас магазины пускают по одному. Поэтому очередь на улице. Ну вот, мы дошли до этого детского дома. Запись временно прекращаю. Там больница.
потом, может быть, еще сделаю запись.